представляете, Лилька у нас очень любит путешествовать. А Лилька у нас замечательный путешественник. Охрана просто. Ирвин, а Шорин, у меня есть другая фотография. Лилька путешественник. Я бравый остался. Держи. Это Лилька. Это я. Лилька, это макет лошади? Нет, это настоящий лошадь. А сам лошадь? Это настоящий конь. Кому взяла подозить Шамбрера? Да нет, это Фотошоп. Я понимаю. Это не Фотошоп, это Марина Шапка. Так. Итак, начинаем. Поскольку Лилька у нас любит путешествовать, и всегда верхом. Да. И всегда верхом. И всегда в Лунде. У нас к ней вопрос. Лилька, кем ты чаще всего ездишь в отпуск? Не знаю. Это такая очень правильная информация, и никто не догадается. На работе ты устала, так сезон кончается. Пора в отпуск собираться, Света соглашается. Ну, что делать? На какую птичку? Наша Лиля поневоле может жаворонком стать, если Света не позволит очень долго утро. Не только Света, есть еще Ирвин, этого мы не знаем. Остальные путешественники не самые лучшие. Будет Лилька. Лилька, еще вопрос. Назови, пожалуйста, страну на букву П, которую ты недавно посетила. Наверное. Принято. В Португалию поехать, славный замок посетить, через год на итальянцев свои лыжи навострить. Следующий вопрос. Мы считаем, что... Мы думаем. Следующий вопрос. Назови, пожалуйста, город Европы. Даю маленькую наводку. Называется, начинается на букву В. Заканчивается на букву Е. Город Европы, еще на наводку. Я не терпится подсказать. Где же недавно была? Лена присоединилась через год в Венеции. Вспоминали про Афины, как гуляли в Греции. Лилька задумала. А ты Венеция? Венеция, да. Да. Ну ладно, раз она не помнит. Но это было давно. Ну, раз она не помнит город, так может она сказку вспомнит. Назови штат, который по-русски называется на букву Г. 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 Я говорю, как это называется? Лёшка, подскажи. Лёша, подскажи штат. Слава, молодец. Мы были, я просто думала, где я была. Гавайи. Вот поездка на Гавайи в списочек добавилась. Вместе с Лёшей отдыхали, только не понравилось. Нам так сказали. Прихмурится хорошо. Поскольку мы собираемся каждый год на пикнике на природе, у меня вопрос, конечно, по существу. Лилька, ты любишь природу? Да. Заразили нас рассказом про каньоны с арками. Мы отправились с летом восторгаться парками. Когда? Юта. Была ваша, а мы с Икой поехали через некоторое время. По вашим стопам. Так, ну ладно. Природа разобрались, со штатами разобрались, с городом разобрались. Теперь со страной.
еще раз. Назови страну на Ближнем Востоке, которая близка к моему сердцу. На букву И начитай. Догадались. Иордания. Вот это я добавила, которая близка твоему сердцу. Ну, в Иордании тоже была? Нет, которая близка к твоему сердцу. Еще ближе твоему сердцу. Еще ближе, да. Лену с Верой научила путешествия любить. Вы поехали в Израиль, чтоб по крышам походить. Следующая страна, которая находится севернее, чем Англия. А сказали бы еще мокрее, чем холоднее. Еще холоднее. Ты в Шотландию собралась, чемоданчик у дверей. Свете с Ирвином придется взять вещички потеплей. Было такое. Мне сколько? Твоего энтузиазма, чтоб хватило до 100 лет. Путешествовать по миру, посмотреть весь белый свет. На работе уважение, рядом дружная семья. Ну а если станет скучно, есть для этого друзья.